Ина просто вот разминает, как пулеметчик. Тра-та-та по вышке, и вышка упала. Нашли снова здесь Ликана и должны убить. Пытаются добраться до Шрайна, но не позволили ему этого сделать. И в итоге падает. Падает здесь собачка. Снизу спидпушат Старсы. Хотя давай Т2 вышку, при этом размять ее на свой тавр в центре. ТП-шки, в принципе, имеются. Санс, хотя с фейзами. Жив себе данный ботинок проапгрейдить. Сайленсер. Вышка пала, Кунка здесь. Лида на самом деле не насадила, это хорошо. Так мог бы и погибнуть. Все-таки Лагуна уже левела 2 на X-марку. На корабль, на торрент. Так, пытается. Нет, пока без корабля. Просто так подразмял. Подходит сюда сайленсер. Лина кастует телепорта. Сбить-то нечем. Да, это проблема. Корабль бы не успел доехать. Но хотя бы шейкера убить. Хотя бы так. Хотя бы что-то. 10-7 по итогу. 17 фрагов за 17 минут. Ну, весьма такая... Игра получается результативная. По фрагу в минуту то клепают у нас коллективы. Ну, это хорошо. Это весело. Попытаюсь убить кота снизу кого-то. Точнее, убить снизу Абадона. Но с Абадоном так просто уже не справится. Хотя, на самом деле, сюда просто пошел Омник, чтобы линию отпушить, а не для сражения с Абой. Так, есть танчик, но в итоге так быстро не смогли убить здесь Омника. Вот был бы телепорт, сейчас бы в гашке, в РПЛ он бы ушел, но он без телепорта, увы. Фиссура мимо. И в итоге еще времени здесь выиграет Омни Найт на этом мансе. Сейчас будет еще один подхил, зайти от него, конечно же, Койл, но Койла мало, и он все еще жив, он все еще мансит, и еще и ТП-шку возьмет, и РПЛ будет через секунду, и он может уйти. Да, подхил, РПЛ и телепорт. Кайф. Нормально, нормально. Неплохо сыграно. Как-то так. Да, мало того, что потратили на него ультимейты, так еще и не убили, и столько времени потратили. Прям все в такой огроменный плюс для команды Антракс. До Мики не хватает только лишь одного чейнмейла. Омнику. И, в принципе, он готов уже покупать себе грифсы. Сразу же. Ну что, будет драка, будет файт. Артефакты, в принципе, есть боевые, есть все, что необходимо командам. Вот там мантастайлы, есть сабли-момчики, бладстоун и так далее. Так что вот сейчас файт, в принципе, может решить исход того, кто будет играть с позиции силы в данном противостоянии. А кому придется обороняться. Но вроде пока давят антраксы. В принципе, они себя чувствуют здесь посильнее, хотя все-таки график, точнее, вот данная функция нам говорит о том, что ведут Старсы. Но всего 1000, это копейки, залетает корабль в Лину. Лину пробила, но ноги слабо, пытается зайти Веник, раскастовался. Есть ластворд на Лину, Лина должна погибать, виномать, пытается жить, Веник пока отступил. И Веника не добивают, да, остается 50 хп, у него все-таки будет жить. Очень битая собака отступает под урной, и урна ее не дожигает, очень жаль. Погибает сайленсер. Кунка пытается добить здесь хоть кого-то, но Кунку ловят здесь на юл. Тотемчик, отлично, его убивают. Очень битый герой команды Старс, кстати, по итогу, но
никто не погиб. И теряют двоих героев здесь. Антраксы, при этом оба фрага для Лины. Мало того, что это фраги, так еще и зарядов Bloodstone. Подъехали. Ну и в итоге 10-9. Ведут. Пока, конечно, антраксы, но... Старс дают бой лучше, нежели их оппоненты. А тут еще и Шейкер с блинком. Вот это прям хорошо. Ну, пока вроде Шейкер играет неплохо. То есть там фиссуры хорошие, там тотемчики закидывает. Ну, как нужно там, по таймингу, все дела. А вот с блинком... С блинком он станет еще большей головной болью для своего оппонента. Решили смок-вилд какой-то совершить, по всей видимости, антраксы. Сала закупается. Ну, у Сала, конечно, интеллекта немало, 12. Но учитывая тот прирост, который был в начале, и то, что у него сейчас, это не то. Не то, что он хотел. Он хотел бы расти в плане интеллекта с той же скоростью, как он рос ранее. И иметь уже там порядка сейчас 25. Но, увы, его мечты не сбылись. Тем временем Лина фармит себе на покупку Линкин Сферы. Боится то, что будет цеплять ее Кунка. Ну, Омни Слэш. Ну, не знаю, на самом деле. Не скажу, что прям Линка здесь крайне необходима. В плане того, что там лассо, либо какой-то хекс ловить в лицо, либо там дуэль. Такого оппонента не имеется, но решил все-таки себя обезопасить. Чтобы... Оппоненту приходилось один спел тратить на то, чтобы Линку эту сбивать. Кунка здесь, Кунка вот поспел на X-марку. И пока Юл, пока задоджил, подходит сюда еще и сенсер, а станов нет больше. X-марка, но уже мимо, уже мимо. В скором времени будут готовы диффуза у Джиггернаута. Кстати, вот что в плане покупки диффузов от команды Stars? Все-таки играют они против Омника. Да, рэпэлла снять нельзя, но гашка... Снимать было бы неплохо, хотя на самом-то деле, тут физухи просто триллион. Просто, ой, точнее, не физухи, а магического урона. Не скажешь, что прям необходимо бить физухой. Ну да, диффуза, конечно, были бы весьма полезны в файте, но на самом-то деле можно и без этого будет. До поры до времени справится. А то и всю игру. Кто знает, как пойдет. Но преимущество все еще минимальное. Всего 2000 ведут Старсы по голде. Ну там 2500, наверное, будет. Потому что графики вот... да, вот 3. 2 пишут. То есть нам не пишет сумму там в 2500. Хотя пишет 1500. Странно. Кстати, скоро будет готов Glimmer Cape. У Лины. И что, смог вылазка от команды Antrax. Посмотрим, насколько она будет удачной. Смогут ли кого-то поймать и убить. Ну, нашли цель, конечно, еще и заряд диффузов потратили. Ну, такое, как бы, смог, плюс заряд диффузов, всего лишь на одну ЦМ-ку, маловато. Если после этого вышку получится спушат, ну, тогда норм. Но линия подпушена, и вышку на топе не спушить. Вот. Из-за этой смерти, так сказать. А вот можно убить Рошана, кстати, да. Тоже неплохая будет такая... Неплохой мув после убийства ЦМ-ки. Но, возможно, успеют Старса сюда, чтобы дать бой за этого Рошана. Да, вот они уже подбираются. Там теперь Кунка пытается выиграть время. На Бадона откинулся Ликан волками. Заходит в рошпит, есть фиссурка. Ну, у Рошана всего 2000 хп осталось. При этом сплит-пуш от Лины. Лина решила, что... В размен она попытается спушить базу, но этого сделать не позволили. Есть глобал, Лина отступает на травалах, Кунки замесить в итоге не будет, и там Виноматер отультился, есть гашка. Убили Ликана, но на самом деле неплохо, есть там Хюркен Пайк, пытается добить Рошана, Рошан падает для сил света, но Аегис для Абадона. Не получилось у команды Антрак здесь реализовать грамотно то, что они хотели, и в итоге Лагуна кастована, но не погибает. Ну не суть важно, да, убили Ликана, ну еще и убьют Шейкера, но... Рошана потеряли. Точнее, потеряли они Аегиса. Рошана-то они добили. А вот Аегис поднять не получилось. И теперь Абадон
Можно считать, что имеет две жизни. Ну, точнее, даже три жизни. Ультимейт плюс возрождение Саегиса. То есть замесь его убивать будет довольно-таки сложно. Что, 13-9, 22 фрага сделано за 25 минут игры. Преимущество все еще за Старсами, но все еще оно минимальное. Весьма равная игра. Это у нас четвертая игра сегодняшнего игрового дня. Эх, подцепили Кункевича, насадили его на Юлу, станчик, но здесь находится Джиггернаут, Джиггернаут начинает здесь бить Лину. У Лины, конечно, есть Юл, но диффуза имеется у Джиггернаута, так что Юл ее не спасет. Веник здесь, у Веника маны очень мало осталось. Есть гель, попал по линии, Лина под замедлением. Эхо слэм, неплохо, врывается, Джиггернаут пытается добить, а у него нет, он не слэша, это тайп. Есть главная проблема, есть еще один диффуза, пытается добить Шейкера. Ну, сейчас Вестура не спасает, все-таки находится под репелом, еще и бьет здесь Абадон, а Абадон все-таки с Аегисом, так что убить его будет довольно-таки сложно, чтобы прямо в таверну отправить. Лину при этом отогнали. Лина очень битая. Остается у нее всего 30 хп. Она под ядом, она пытается уйти на Шрайн. И до Шрайна добирается. При этом Абадон теряет свой Аегис и будет убивать его второй раз, потому что команда решила его все-таки бросить. И это мега убийство для Протиджи. Ну, Протиджи хорош. Джиггернаута мы сегодня уже видели, который переформил в разы своего оппонента. В этой игре он как бы тоже уже весьма неплохо опережает своего коллегу по фарму, так сказать. Потому что преимущество там почти 2000 между Ликаном и Джиггернаутом. Ну и на самом деле Аегис бездарно потерян командой Stars. Ничего они не смогли заполучить за этот Аегис. Ну да, Лину подсейвил, да, окей, Бластон не потерял, но можно было бы так и не встревать, если честно. Ну, получилось как получилось. Уже ничего с этим не поделать. Касатки. Касатки воют. В засаде Шейкер. 250 урона. Но с Веником он явно так не справится. Это не та цель, которую Шейкер мог бы убить. Разведка волками от Ликантропа. Лина в погоню на максимум эса. Заряжен на нее как раз таки Фейри Соул. Но никого не смог подцепить. Да, пингую, что возможно там стоят варды, но там есть лишь одна сентря. Так, Омника на Юл. И Глобал. Сразу же Глобал сбили линку, есть Last Word. Отступают в итоге Старсы. Но Глобал потрачен в никуда. Так вот спокойно отошли. И можно сейчас принимать бой. Омник очень агрессивно играет. Станчик взлетает мимо. Тем временем Протиджи делает фраг на Шейкере. Весьма неплохо. Есть гашка от Омника, но все в себя. Рэпел на себя, гашку лишь на себя. Там тем временем поймали Фростбайт Виномайс, пытается его убить. Веник отступает, Веник ультимейт свой не кастует. Вроде бы от собаки скрылся, но ладно, неплохо. Пробивает тем временем Омника. Омник почти погиб, но почти не считается. Есть ультимейт от Виномайсера, есть и ул от Лины. Лина демеджа краски не получила, находится она лишь под Poison Sting'ом. Отступают по итогу Антроксы, точнее Антраксы, но... Но грызут очень больно здесь Виномайсеру, но он все-таки выживает, задуга залетает, и все живы, все здоровы, но очень и очень битые. Да, жесткий махач получился. И погиб всего Шейкер, который, ну, просто встретил Джиггернаута. Оказался не в том месте, не в то время, а тут телепорт на Шрайн, решили так вот подрезать, еще Шрайн заряженный, это прямо очень-очень крутой мув от команды Антракс. Лина, ну, Лина будет погибать, продано, sell out, boys. Динается, теряет заряд Бластоуни. Остается 10. Ну, неплохо. Так подрезали. Просто телепорты сделали. Ну, они весьма дешевые, а сбить такие заряды линии, это всегда приятно. Теперь у нее и заряда меньше, и нет возможности задинаиться на ближайшие 300 секунд.
Ну что, попробуют пойти по нижней линии пройтись. Команда Anthrax. Это было бы весьма разумным решением. Я думаю, в принципе, именно этим и займутся они прямо сейчас. Сумел там Шейкер просплитпушить и уронить вышку. Ну что, будет сражение. Есть шифт-шифт. Есть омни-слэш. Очень больно собаке. Собака БКБ. Ну, БКБ не спасает от омни-слэша. Прости, но я тебя расстрою. Хаслэм кастован, но прямиком Блэйд Фьюри. И Джека дальше убивает героев. Бьет здесь Шейкера. Шейкер. Ну, Тотем тоже спасет. Он под РПЛом. Даблкил для Продиджи. Это уже зверство для данного товарища. Он находится всего в одном фраге от получения Годлайка. Лина в погоню пытается догнать здесь Виномансера, но Виномансер уже скрылся. Виномансера уже не подцепить. Да? Справедливое подношение для Джиггернаута. Джага доволен. Ну, пока Лина занимается расстановкой вардов. Знаете, вот такая вот прям очень-очень потная игра получается. 33 минуты, и преимущество вот там свыше 3000 так и не возрастало. По XP было максимум 6. Равно катают коллективы у нас. Никто не хочет отдавать эту карту. Каждый из команд хочет одержать победу. Так, тем временем Ликана смогли поймать, и вот он, Godlike заработан Джиггернаутом. Джека хорош, Джека продолжает свою, так сказать, доминацию. Пока он уничтожает. Ну, хорош. Отличная игра. Отличная реализация персонажа. Как мы видим, умеют в Южной Америке играть на Джиггернауте. Ну что, Нарша начали зайти антраксы в отсутствии Ликана. Вот снова фраг и снова заход Нарашана, но на самом деле Нарашан падает не так уж и быстро. Насколько я знаю, там была медалька устала. Да, вот он ее потихоньку отвешивает Нарашана, чтобы убить его как можно скорее. Там еще и X-марку развлекают, чтобы дать время на убийство Камнеголового. Ну и Рошанчик сейчас пойдет. Да, Рошан пал, еще одна X-марка. Будут ли драться сразу же? Похоже, да, есть сыра, есть, кстати, все у Джиггернаута. Есть БКБшка от Лины, кстати, что по Омнислэшу. Ну, еще 3 секунд кулдауна. Есть Акаслэм, вроде бы неплохо ворвался для Шикирос, но тут куча БКБшек. И все фуловые, как мы видим, у команды Anthrax, хотя уже был потрачен рассказ от команды Stars. Ликан пытается грызть здесь Сайленсера, не достала гашка до бедного Сала. Сала погибает, все еще жива собака, собака умчалась. Джага очень бит, Джага потратил уже Сирус, у Джаги есть Аегис, он его тоже теряет. Но в любом случае, пока реализация неплохая получается. Линус бить или порхот чем-то нет, не получилось. Ну и Цемка отступает пока в инвизе. Погоня в итоге за Абадоном, который сделал байбек. И похоже, этот байбек будет конечным. Да, и тут его еще перекрыло змейкой. Вот эта вот змейка преградила путь Абадону, и Абадон не смог выбраться из этих деревьев. Ну отлично, Аба в таверне без байбека. В таверне находится Шейкер, у которого уже нет раскаста. Такая вот отсылочка. И можно сейчас вот на ХГ
заглянуть. Почему бы и нет? Тотемчик пока откинули. Помчался Собакин. Ну, тэп-аут, конечно, да, может оставать. Кстати, хватило все-таки ему хп, чтобы уйти, а то, учитывая то, сколько есть урона, вот так вот вписать, мог бы не уйти. Есть танчик, тем не по-умнику, умник погибает. Умнику уже не скрыться. Ну, и это кейс для Лины. Ну, вышка менее 300 хп, 210 осталось, если бы точнее. Ну, в целом неплохо, в целом неплохо. Плюс там строительства уже были потрачены. Кстати, а какой у нас матч будет следующим? Давайте я, пожалуй, это гляну. Elite Wolves и Infamous. По расписанию матч стартует в 23:30 по сету. То есть получается... Получается, матч будет в... Ну, через час. Да. То есть 30 минут первого по Киеву, Москве. Шейкер в инвизе. Человек-засада. Человек-партизан. Ну, попытаюсь сейчас поймать на эхо слэм. В инвизе Джиггернаут выезжает на охоту. Шейкер все еще в инвизе. Шейкер все еще дает информацию. И да, есть от него эхо слэм. Ну, Сало убил. Окей, неплохо. Она закончилась. Тэп-аута не имеется. Терением Юл. Ну, не работает против Джиггернаута. Сорян. Но благо есть БКБшка. И хватило таких хп, чтобы пережить. Осталось очень мало, но все же жива Лина. Шейкер отступает. Еще один блинк. И тоже будет жить. Ну, в итоге вот так вот сделали фраг на Сайленсере. Им не смогли отомстить за этот фраг. И они отступают. Под мумщиком волк фармит леса. Лесной волк. Кстати, а да, скоро будет куплен Эбисал. Совсем чуть-чуть. Осталось Джиггернауту подфармить, чтобы заиметь себе с одной этот меч. И можно будет в кого-то вонзить этот клинок, чтобы он стоял в баше, прям в темечко, так сказать. И все. Изи фраг. Лотусов у оппонента не имеется, чтобы подсейвить от такого. А здесь Абадон. Есть Афотик Шилд. Так что нужно будет что-то с Абой решить при такой атаке. Ну что, 22 на 13 у нас. ДДшка есть около Рошана. Кстати, уже по две руны спавнится, минута 40-я. Так что теперь эти руны могут на какое-то сражение повлиять очень солидно. Да, и все еще преимущество свыше 2000 возрастает. Ну что, дефать базу нужно. А то Ликан все раскрошит здесь. В мгновение ока. БКБшка есть, его пытается развести на БКБшку. Да, через Сексмарку и Торрент, но он не ведется. Даже ухом не пошевелил. При этом Шейкер там уже готов отпушить линию. Ну и ждут. Ждут, похоже, Рошана. Да, до Рошана еще ждать 2 минуты таймера, чтобы узнать, через сколько он появится.
Плюс тот таймер. Ну, надеюсь, что скоро. Кстати, вот Elite Fools и Infamous, следующий матч, как я сказал ранее, это вот обе команды получили инвайт прямой в закрытые квалы. А таких матчей у нас еще не было сегодня на стриме, чтобы вот команда, ну, обе команды были по прямому инвайту. То есть у нас было обе команды с Open Qual, а обе по прямому такого еще не было. Так что это должно быть интересно. А Батона поймали, маны лишили. А, заканчивается у него Borrow Time, и это конечная, это смерть. Ну, подставился, тут ничего не скажешь. И, кстати, он фармит себе Радик. Ну, весьма такой поздний. Радик, конечно. То есть у него 3000 на 42 минуте. До покупки Радика еще как минимум минут 5 ему осталось, а то есть 7. То есть к 50 минуте купить Радианс, ну, не знаю. Посмотрим. Ну что, есть глиф. Балсу пытаются свою отдефать. Есть боковая шка от Ликана. Пробивает очень больно здесь бедного Омника. Еще выписали ему критулю в спину. Дайдаус имеется у Лины. Лина, как же нас расстреливает своим пулеметом. Корабль взлетает, но мимо. Волк размонтил, вышка пала. Насадили все-таки на X-марку здесь волка. Омни слэш, башер, отлично. Сделали минус. Юл на кунку был потрачен. Отступает Лина в телепорте. Лину не подцепи, просветка имеется, но поздно. Слишком поздно среагировал Кункевич. Не успел поймать на X-марку. Ну что, сломали, в принципе, Т3 вышку. Можно будет сломать шрайны, учитывая то, что Дарашан осталось, получается, 2 минуты 20 секунд. Можно неплохую площадку подготовить команде Stars для убийства Рошана, сыра Егис. Ну и после этого можно попытаться игру завершить. БКВшки пошли, и с Глобал Салкашном кастовал, но его и с руки убьют. Лина, я думаю, не переживает. Ладно, я не буду тебя бить там драгонслейвами лагунами. Лагун закинул джиггернаута, джаггер погибает, джаггер с байбеком, но теряет стрик из 9 фрагов. Кстати, вот сколько времени прошло после оформления годлайка от джиггернаута. А, нет, он все-таки сделал один фраг. Это дота он так отображает. А, это я так читаю. 10-10. Прошу прощения. Ну и Омник погибает. Трипл килл для Лины. Старс хороши. Ну, все идет к тому, что будет 2-0 счет у команды Старс. И мне определенно нравится этот коллектив из Бразилии. Парни явно умеют играть в доту. Ну, особенно мидер. А мидер хорош. То есть игра на Старме была очень крутая. Там было 35 зарядов Бластоуни. Здесь как бы на линии, да, 16, там, конечно, не 30. Но при этом, ну, 31 тысяча по нетворцу. 31 тысяча по нетворцу, потому что ближайший к нему имеет 19. Счет 11-3-3. Дайдалус вот просто разваливает лицо. Мы вот после матча посмотрим на итоговую статистику. Там цифры будут явно впечатляющие. Кстати, Кирас фармит себе Веномансер. Но обычно на таких Веномансерах я вижу не Кирасу, а Мьёльнир. Но решил купить себе именно Кирасу. Решил... Ну, это у нас сплитпуш, в принципе, какой-то. На пуш бараков, чтобы потом пойти после дачного файта и прям в трон зайти. Ну, либо там в три стороны сразу забрать. Потому что шансов мало. Вот в плане, если размен сторонами, то без шансов. Слишком жесткий пуш. У команды Stars все-таки имеется Лина, которая запакована на 31К. 31 тысяча. И Ликан. Ликан это все-таки герой для пуша. Да, Джаггер тоже как бы пушер, но Ликан помощнее будет в этом параметре. Ну, там при равных плюс-минус на творцах. Да, кстати, вот готовый диффуза у Ликана. И все-таки решил дофармливать себе Абадон. Радианс решил свое решение не изменять. Ну и Радик, в принципе, готов.
Ну, 45, ладно, я немножко ошибся. Но, как ни крути, одни стороны спушили. Не всегда это можно предугадать, что получится. Так вот, спушить сторону, учитывая то, что они все-таки в центре поймали. Там был файт удачный, били сансера, еще джиггернаута сверху, выбили с него стрик. Ну что, есть Рошан, как я говорил, сломает святыню, зайдут на Рошана. Да, вот. Сломано, Рошана бьют. Кстати, Алина топ-1 по крипам, ну это как бы неудивительно, но крипов у нее очень солидная сумма. 575 крипов убила Алина за 46 минут игры, при том, что ближайший к ней это Веник 347 и Джака 335. Ну вот прям нравится мне этот игрок. Wow. Да, примерно столько. Кстати, Лил. Лил Кин. Вот это поворот. Я только заметил, что у нас Лил играет. Кстати, одна смерть на ЦМ-ке. За 24 фрага соперника. Как так? Ну, ладно, конечно, всего 4 ассиста. Вроде как и особо в файтах. Ну что, последняя сторона. О, последняя сторона. Верхняя сторона. И готовы заходить старсы. Ну, похоже, это фанат Лила. При этом крипы смогли снизу подпушить. Но никуда не собираются уходить отсюда старсы. Есть X-марочка. Алина разминает с дистанции. Спушили уже ржавый барак. Я знаю, кто в восторге. Если увидит, что этот барак попал первым. Ну что, будут играть ранжовые? Готовы, да. Готовы забирать. Понятное дело, никуда уходить они не собираются. Магии не пройти. Ну все, вот минус сторона, если у меня слэш, башка сработала здесь на Алину, есть глобал, пытается пробить, вроде неплохой урон есть, отличный корабль, минус Аегис, и Шейкер почти погиб, Шейкер погибает, теряет свой гем, гем нужно бы подобрать. Все-таки он будет здесь крайне полезен, есть лагуна по Омнику, Омник погибает, линия больно, линия неприятна, Лину здесь можно сейчас одолеть, но не получилось, все-таки погибает Джиггернаут без байбека, байбекается Кунка, убивает Сансера, Сансер с байбеком, Лина байбекается, у Лина... Травола, конечно же, имеются. Даже второго левела. Сразу же есть ТПшка на голову тиммейту. Ну и в итоге втроем дефаться против четверых героев команды соперника. Антраксам будет очень сложно эту игру камбэкнуть. Да. Что сейчас произошло? Развал лиц от команды Stars. Отличная игра от бразильцев. Эхо слэм, кастован, пробивает Салансера, Салач должен погибать, давай же тычечку в него залетает, но есть юльчик. Но собака рядом, собака готова кусать, и, кстати, добивает в итоге Лина, точнее, добивает Лил. Ну, все, это конечное, просто выгрызают команду одного за одним. Лина, кажется, вернее, о, подождите, стоп. В живых только Ликан без шифта, и здесь как бы Веник неплохо ломает лица, он убивает, конечно, здесь по итогу... Кунку, но Хюрикен Пайк это минус Ликан. Лина в таверне без байбека, после байбека, но слишком много зарядов в Бластоуне. И это как бы не мега крипы, это не конечное. Как-то рановато я команду похоронил. Да, беру свои слова обратно, прошу прощения. Больше этого не повторится. Я уже думал, тут все, ГГ. Но смогли убить Лину. Я сейчас даже и не заметил, как с ней там справились во второй раз. Веник писал 15 урона. Вот очень жаль, что параметр... Наведение на спел и отображение от урона по шкале убрали. Так бы вот интересно было глянуть, сколько урона именно с пользы новой. Кстати, смотрите, вот 18 плейгвардов поставил. Просто засадил все. Готова алибарда у Омника. Ну, это неплохо. На самом-то деле, здесь как бы затыкать нужно не Ликана, хотя он, конечно, опасный, но лучше уж заткнуть Лину. Потому что у нее еще и Бладторн скоро будет готов. Блиндагер.
решил купить себе Абадон. Кстати, а у нас получается какой матч уже идет на сегодня? Это всего четвертый. Осталось еще, получается, не считая этот, раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь. Семь матчей. Кайф. Кайф. Да, в итоге 11. 11. Best of 1 на сегодня. Я для вас откомментирую. Да, это еще даже не экватор, все четвертый. То есть вот. Ух. Я надеюсь, что я смогу говорить после сегодняшнего эфира, потому что завтра меня ожидает не 11, а уже 12 матчей. Да, минус Лил. Лил погибает. Эх, Лил, Лил. Что же так? Да, в итоге, получается, у нас будет сыграно 45 матчей групп в рамках Южной Америки. И после стадии плей-офф. А в плей-офф проходит 4 команды. И всего одна команда получает инвайт на International. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как больно! 1000 крита вылетает и просто БКБ! Гашка, рэпл! Все повесил, ушел с телепорта. Я думаю, там Омник просто потерял дар речи. В принципе, я тоже отчасти потерял уже дар речи после этого матча. Ну, смотрите, преимущество команды, которая слушала две стороны, не превысило 10 тысяч. Как это происходит? Так, подцепили. Омника разминают. Омник уже без гашки, но благо подсейв был при помощи Гливер Кейпа, да и Алибарда спасает. Все-таки МКБ у оппонента не имеется. Кстати, есть Блаторн. Но Блаторна можно БКБшка сейвиться. Последняя сторона очень трудно дается команде Старс, чтобы сделать мега крипов и завершить матч. Хотя, на самом деле, мега крипы это еще не конец. По факту. Можно тут и мега подефать, а потом пойти как-то по прямой в трон после удачного файта, после удачного дефа базы. Хотя там будут байбеки, да, это будет очень сложно. На самом-то деле все идет к тому, что данный матч может затянуться прям надолго. Да, в итоге всего 4 стака сделали, крайне мало. Да, Джаггер очень плотно тут дамажит, конечно. Распрыгался и сломал по итогу Лину, которая снова теряет заряда в Бладстоуне. И которая имеет уже всего 6 зарядов в Бладстоуне. Ну, кстати, всего 3 заряда осталось у Джиггернаута в диффузах. Маловато будет. При этом снизу погибает Кунка без байбека. Нет, Эхо Слэмом. Его потратили на убийство Кункевича. Нижнюю башню сил света атакуют. Ну и хотят здесь кого-то подловить. Сало, увидели Фиссура. Какая же здоровенная. Да, плюс 350 к Фиссуре вкачал. Какая же она большая, а? Поймали. Ой, как же больно здесь бедному Сансеру. Криты отличные и от минус. 665. Ну, всего одного урона с крита не хватило, чтобы сделать 666. Было бы весьма зловеще. А потом тем временем под ультимейтом просит, чтобы его убили, но его никто не бьет. И в итоге он отрегенился довольно-таки слабо, но его все-таки добить там не получилось. Пожалуйста, БКБшка, файт разделился. Отступает Омнинайт, погибает все-таки здесь Омнинайт, точнее Абадон. Омнинайта поспели Фростбайт. Омнинайт тут довольно-таки неприятно. Тычка отличная, крит вылетает. Есть гашка, пытается он спастись, но его отпускать никто не собирается. Стан, телепорт кастует, урон входит, но га работает исправно. И все-таки переживает эту атаку. Здесь Омнинайт, но его команда в опасности. Фиссура, кстати, вот подсела здесь по итогу. Веника. Морский за нее заехал и сделал телепорт. При этом Веник дотравил Шейкера. Ух, какой же напряженный матч. Какая жесть здесь происходит. Вот Лил хорош. У Лила вот уже 3300. Имеется на руках. И скоро будет БКБшка. Преимущество 4000. 4000. Тут две стороны упало.
Они настолько хорошо фармят при этом. Жесть, жесть. Так, до Рошана остается буквально 3 секунды. Там стоит волк, который чекает этого Рошана. И вот он. Вот он, Рошанщик, Сыра Егис для команды Старс, по всей видимости. Хотя, возможно, Сибирская язва успеет сюда. Там, кстати, еще есть руна ДДшки снизу, но далеко до нее идти. Ну что, будут ли идти? Нет, не будут идти. Отдают. Отдают все же Сыра Егис. Сыра Егис для команды Старс. Так, а получается Эгис для Лины, правильно ж? Я не ошибаюсь. Вместо БКБшки. Худ готов у Шейкера. Шейкер уже просто в 6 слотов. А что здесь стики? Ну, Худ как бы рентабельнее стиков будет. Или он думает иначе? ДДшечка. Double damage. Так, плюс урон Heals Purification. Ну, только чисто урон, плюс 200, весьма неплохо. Ой, как же больно, Виномансер, веник погибает, но он с байбеком. Лина с Аегисом. Абадон пока танкует. Абадона, ну, под регене было бы неплохо. Есть, отличный эхо слэм, подъезжает Аши Шейкер. Он все еще с ДДшкой. Урон пошел по Омнику, но Омник пока отступает. И Омник пока без ГАшки. Лину насадили пока на Эксмарку. Есть ультимейт от Виномансера. Лина, Торрент, Лагуну уже вкастовала. Урон залетает под Джиггернауту, но Джаггера подсейвили при помощи Репела, и в итоге никто не погиб, даже сыр не потратил, по всей видимости. А сыр был у Ликана, нет, он скушал. Ликан скушал сыр, теряет Аегис, и никого не теряют, все еще антраксы. Ну прям, да, язва хороша. А потом снова сбивает Боровый Тайм. Но отрегенили его всего лишь на 700 хп. И все, минус сыр, минус Аегис, ничего не смогли сделать Старсы. И игра продолжается. 58 минута. Вот вам мед. Сочный. Да, кстати, вот я вспоминаю свой первый матч в рамках киевской квалификации. Это был Сия Регион. Играли Базары, которые в VG Unity. Против... Ну вот не вспомню, против кого. Там был матч на 90 минут. Это был первый матч, в принципе, квалификации, открытие квалификации. И так уж получилось, что это был самый длинный матч за эти квалификации. Это, конечно, не первый, это четвертый, но он тоже может быть уж очень долгим. Ну что, у нас близится час игры. А исход все еще не ясен. Да, казалось бы, две стороны спушены уже. Но нет. Это не приговор. Казалось бы, Лина 37 тысяч нетворса, но нет. Это не страшно. Но вот другие позиции проседают. То есть вот 2000 разницы между Ликаном и Джагой. Как бы да, не особо-то и много, но все же. И между Абадоном и Омником 5000 разницы. Но это уже нормально. Это уже слот полноценный. А пофармить себе Шиву. Октарин решил себе не приобретать. Кстати, а что по левелам? Там 25-й у кого уже? У Шейкера даже 25-й уже имеется. Ничего себе, суппорт Шейкер. А талант почему не качает? Пока думаешь, что хочешь себе заиметь? Какой талант? Странно. Ну, то есть, либо тотем, либо здоровье. Ну, 600 здоровья — это очень много. Тотем, ну, с огонимом, если будет прыгать постоянно, ну, тоже как бы нормально. То есть, каждую секунду можно так вот скакать. Как макака. Да, качает именно его. Ликан вкачал себе
действия шифта. Теперь он в шифте будет находиться. Получается, он скачал себя. Да, плюс действия шифта. Это 33 секунды. С талантом. Нет, просто... Ладно. Как-то я тут запамятовал уже по ликантропу. Собакин. Кстати, вот Салтку просел. У него все 21 левел, но у него уже 40 интеллекта. Ему эта игра, ну, то, что она затягивается даже на руку, получается. Тут бы цемки подформить, заиметь агоним. Было бы круто. Кстати, а что кунки? А, радиус торрента. Плюс 200. Огроменный торрент. Да, он... Какая здоровенная лужа возникает после этого торрента. Тут варды вкачал. Будет пушировать. Ну, а у Джаггера качи на ловкость. Да, забавно то, что вот Абадон с харды по левелу как ЦМ. То есть он возьмет себе 25-й примерно тогда же, когда и суппорт этой позиции. Как-то по левелу он потерялся. Чуть-чуть потерялся. Скажем так. Просто руна регена. Не надо. Бум. Заденайл. Не хочу. Ну что, подфарм продолжается. Да, команда ничего не хотят предпринимать. Ждут еще одного Рошана. Ну, не знаю, ну а поможет ли он его, поможет ли он вам, этот Рошан? Потому что заходы до этого были, ну, просто теряют сыра Егис без размена. Изменится ли что-то на этот раз? Сомневаюсь. Ну, смотрите, игра. Игра, где графики по голде не превышали десятку. При том, что команда спушила две стороны. Как это произошло? И по XP всего 5000. То есть максимум по XP была десятка. Ух, какая жесть, а? Так, ну что, попытка, еще одна. Торрентище просто. Это не торрент, это торрентище. Пытаться Лина пробить слоу граунда, БКБшку в итоге прожимаю, чтобы на X-марку не насадили. Ну и все, отходим. Го ждать кулдаун БКБшки. Ну, благо она разряженная, там 5 секунд осталось на БКБшке, так что можно будет уже скоро продолжить, точнее, совершить еще одну попытку. Ну, может, руна поможет, ну, допустим, ДДшку возьмет Лина, сейчас криты просто выпишет там под Бладторном. А, кстати, Лина по итогу продает Дайдалус, представляете, Дайдалус продал. Просто... Просто продал Дайдалус. Неплохо. Гашка все прожал на себя. Там и еще и находится он под лотусом. В итоге... В итоге кто-нибудь погибнет сегодня. Ну, кто-то должен погибать. Ну, да. Да, есть же, Лина погибает. Вот, например, теперь в этом замесе. Продолжается файт. Подсвили здесь через башу Абадона. Абадон офотишил на себя. Готов сражаться и побеждать здесь Финомансера. Ну, Веник погибает без байбека. Хотя бы так, хотя бы так. Хотя бы так. Ай, натикал байбек, черт. Это проблема. Байбек имеется. А как так получилось, что у него не было байбека? Писала, ну, то есть не была подсвечена табличка, а у него 4000 на руках. Дота меня обманула. Ах ты, Дота. Как ты могла? Я ж тебе доверял. Насадили на кекс. Свинка пытается вступить в Шейкерос, но Шейкерос никуда не уйдет. Thank you.
Ли... Эх, ЦМ-очка погибает. Да. 38-28. Я абсолютно не вижу аутов, как этот матч можно закончить. Вечная игра. Это вечная игра. Так, давайте скинем сейчас еще анонсик. Приходите, подключайтесь. Падает Рошан, вообще плевать. Сыра, Егис. Хотя, подождите, для команды Антракс. Этого мы еще не видели. Возможно, возможно сейчас что-то изменится. А, кстати, подождите, мега-крипы готовы, убивают Ликана. Ну, мега-крипы это не приговор. Мега-крипы это не конечные. Ох. Вечная дота. Не, ну когда-нибудь она закончится, конечно, эта катка. Возможно, у вас уже внуки появятся, когда она закончится. Кто знает. Да, Patient from Zoe. Спасибо, спасибо, команды. Вы меня поддерживаете. Я вам несказанно благодарен, но лучшей благодарностью от вас было бы завершение данного матча, потому что, ну, тут как бы когда будет концовка? А ее не будет, ахахахаха. Не, ну ладно, вы сделали мега крипов. Что дальше? Там такие натворцы, что вообще плевать на мега крипов. Они спокойно будут отпушивать и держать линию. В теории Кунка сможет выйти в какие-то даже криты. Ну, со временем, конечно, через минут 40. Почему бы и нет? У всех героев на карте нетворс свыше 10 тысяч. Голды. Давайте 70 минут. Знаете, что самое страшное? Это то, что это четвертая карта на сегодня. Из 11. 11, Карл. 11 карт. Я работаю на каждой из них. А я не вижу ни конца, ни края данного матча. ДДшка. Бам! Крушение! Ну там левела хороший компендиум, так что есть все кричалочки. Нас могут порадовать фразами Велата сейчас. Возможно же Каспер залетит. Почему бы и нет?
Ох. Я уже не знаю, ну, о чем здесь можно обсуждать. Окей, давайте слоты посмотрим. Ноут Майлстром для пуша, купит Омни. Потом купит себе Мьёльнир. Мьёльнир Муншард съест. Веник уже 6 слотов. У него там Аегис вместо Бладторна. Джага 6 слотов. Ну, в принципе, можно себе еще там что-то докупить. Там Блинк заменить, чтобы там мобильность типа убавить. Там в плане урона взять, окей. Сал уже Майлстром имеет 46 интеллекта. И тут еще и много артефактов можно заиметь. Кунка может выйти в керри там с Дайдалусом и так далее. Он сейчас пофармит себе Владмерс. Шики Рос, ну, тоже, знаете, такой билд Ашот ваншот. Покупает себе Кристаллис, грейдит его там, вдайдался просто всех с удара. Бам-бам. Ах. Хек скоро будет готов у Лины. Лина артефакты уже продает, покупает. То есть у Лины был куплен, если что, минут так 30 назад, наверное. Дайдалус. Он его продал. Он его не оставил там где-то там в стэше, там его перекладывать и так далее. Он его продал просто. Потому что купился Бладторн. Цемки, ну, там еще можно купить БКБшку, рефрешер. В общем, есть куда расти. Абадон. Ну, будет Хекс, в принципе, Травела. И, возможно, заменить либо... Наверное, все-таки Пайп заменить. На Октарин было бы норм. Конечно, Пайп хорошо, но... Как-то профитнее, а избавляться от Владмерса не стоит. Ох, окей. Что... Да, закончится Аегис. Сыр имеется, сыр у Омника. В смоках. Команда Старс. 72 минута. Преимущество 1000. Эхо слэм. Кастом. По сайленсеру. Сала в таверну. Сала с байбеком. Вгрызается в Омника. Омник, Омник, Гашка, сыр пошел, отлично. Омник будет фуловым, корабль залетает. Ох, как хорошо подкинул здесь. Есть БКБшка, рассказ о ЦМке даже там валяется просто. В грязище, в яде Виномантера, в общем, чем можно. Касты свой ультимейт, погибает Веник без байбека, даблкит для Лины. Джага распрыгнулся, Джага, вроде бы неплохие прыжки от Джиггернаута. Есть байбек у Лины, она погибает, Джиггернаут пока крутится, живет, но его могут добить. Джиггернаут, очень мало хп осталось, Джага выживать, есть перификейшн, он все-таки будет жить. Цемка врывается, но уже не в ту сторону, так как ловит Хекс и погибает. Есть Бладторн на бедного Омника. Омник погибает, Омник с байбеком. Ну и продолжается у нас игра, хотя пошел урон уже по Т4 вышкам. Вышка на топе падает, есть глиф. Ну, пока нет байбека лишь у Веника, который находится вернее. Есть Эбисал, пытается забить здесь Абадона. Есть прыжок от Шейкера, корабль залетает вроде бы неплохо. Есть БКБшка, добивает Кункевича, Кунка. Прыжок, отлично, подцепил Сала, Сала неприятно, поднимается пока в Юл, Сала на самом деле может размять здесь Шейкероса, еще один прыжочек от Шейкера, Шейкер помчался, Шейкер погибает, без байбека погибает здесь в итоге Омни Найт, и похоже, вот он финал этого матча, Джага крутится, Джага живет, пытается здесь отогнать команду от Трона вражескую, но они готовы убивать Трон, они убивают всех героев, это Team Wipe, это победа для команды Старс на этой карте, да, есть же. Ай-яй-яй-яй, что же произошло? Это победа для команды Stars. Наконец-таки этот матч закончился. Фуф, радость-то какая. Радость-то какая. Матч завершился. Так, ну что, поздравляем с победой команду Stars. В итоге 2-0 они уже идут в группе. Весьма неплохой показатель, скажу я вам. Ну, а у нас... Намечается музыкальная пауза. Кстати, 70 тысяч урона, как я обещал показать вам урон от Лины. Да, у Веника не меньше, но Веник все-таки герой, который нажимает кнопку, и все.